Добрый день, дорогие ребята! Мы продолжаем всероссийскую онлайн-акцию «Листая детских книг страницы». В прошлый раз мы с вами побывали в столице нашей страны – Москве, а сегодня отправляемся в северную столицу – город Санкт-Петербург в гости к Кристине Александровне Кретовой, писательнице, радиоведущей, режиссеру документальных фильмов, популяризатору географии и путешествий по России. Наша гостья входит в список детских писателей во Всероссийской энциклопедии детской литературы. Автор 20 книг, большинство из которых выпущены с многочисленными допечатками и являются бессменными бестселлерами книжных магазинов и интернет-площадок. Любителям путешествий книги Кристины станут незаменимыми помощниками, ведь они входят в топ-15 лучших детских туристических практик России по версии Ростуризма. А еще Кристина – автор книги, посвященной животным планеты, выпущенной в 2019 году в коллаборации со Всемирным фондом дикой природы, ставшей лауреатом премии «На благо мира». Наша гостья – обладатель Кубка Международного детского фестиваля в номинации «Лучшая книга для детей старшего возраста». Настала пора предоставить автору возможность самой обо всем вам рассказать. Встречайте! Привет из Петербурга. Меня зовут Кристина Кретова. И в рамках акции «Листая детских книг страницы» я хочу вам рассказать немножко о том, чем я занимаюсь. И, может быть, даже прочитать отрывок из какой-то из книг. Ну, как бы про писателя говорят в книге. Здесь, конечно, не все те, которые я написала, но, тем не менее, они дадут представление. Ну, вот первая книга у меня в руках «Астураган. Путешествия, географические приключения», если я даже забыла, как она называется. Эту книгу, на самом деле, не собиралась делать книгой. Это были просто истории, которые я рассказывала своей дочери. И в какой-то момент я была в отпуске. И моя мама, у меня все в семье очень любят рассказывать истории. Моя мама не смогла вспомнить то, что она мне рассказывала в детстве. И в какой-то момент, находясь... Ну, вернее, вспомнила, но каких-то деталей не хватало. В какой-то момент, находясь в отпуске, я записала то, что я уже рассказывала своей маленькой дочке, ее зовут Аста. Я вам буду рассказывать, что в книжке не прочитаешь. Аста ее зовут, потому что Аста Васильевна спасла от года войны мою любимую библиотеку имени Пушкина. Вот я записала эти истории, просто сидя, ну вот я решила, что сейчас же есть компьютер, я могу быстро их записать. Вот я записала. Параллельно я увидела в социальной сети, что та девушка, с которой я бывала в лагерях одаренных подростков в детстве, закончила, Наташа Романькова, закончила курс иллюстрации. Я написала: «Наташа, нарисуй». Она мне ответила, что если ей понравится, она нарисует. Это тоже не было ее профессии. И вот Наташа рисовала год, брала какие-то детали наших путешествий, ну, как бы нашу кухню, одежду Аси. Когда книжка была сделана, и мы напечатали 5 штук на восстание, ну, какие-то друзья наши видели, нам начали говорить: «Ищите издателя». Вот, так как мы, в общем, хотели, ну, то есть у нас наш бюджет был закрыт, то издателя мы искали долго того, кто поверит в наше произведение. Книжку сократили с 9 до 6 глав, чтобы она была тоньше и дешевле. Вот, но книжка очень быстро стала популярной. Следующее продолжение пошло в топ-10 самых ожидаемых книг «Озона». Вот, а параллельно я выиграла деньги в творческом конкурсе «Альфа-банка», решила, что сама издала книгу, ее здесь нету, но вот у меня есть еще книжка «Лина Марлина», она как-то параллельно вышла, как бы уже имея вот договор с издательством. Ну, на «Лину Марлину» у меня тоже выкупили права. Вот эта книга про русалку и про то, как быть не похожим на всех, да, какой может быть получиться интересная дорога, если ты не похож на всех. Это история про русалку, которая родилась синими волосами, поэтому ее никуда не брали учиться. Вот заканчивается она, кстати, так, что теперь девушки в Питере красят волосы в синий цвет, чтобы быть похожими на Лину. И вот как-то это все случилось, и после, ну, по большому счету, уже не было каких-то вопросов как бы к изданию книг моего авторства, да, или там реализации моих идей. Ну, вот, соответственно, я держу вас, что, да, здесь, ну, это такая книжка, где есть карта ее путешествий, есть ее следующее путешествие по России. Следующей книги, кстати, у меня не оказалось, но есть вот такая штука, это тоже художественная книжка, но с наклейками, заданиями по России. Есть такая «Аста Ураган. Путешествие по миру», где запакован интересный формат, ну, курс географии 5 класса. Есть, ну вот, соответственно, мне очень нравится как это, писать книги про путешествия, но это все-таки не нонфик книги, да, то есть не познавательная, там здесь какая-то художественная история и приключения. Есть вот таких тоже 4, у меня оказалось 3. Все книжки для малышей, ну, это просто тоже очень интересный формат.
Здесь такая закладочка, и это как книжка тянет. Где эту закладочку называется «Книга со следами». Вот можно водить по страничкам книги и прошивать эту историю вместе с левыми. Эта книжка, например, посвящена одной очень известной питерской улице Жуковского. Эта книга посвящена перелетным птицам. Эта книжка про Красную площадь и щенка, который искал работу. Вот. А вот тут мне попались две чисто художественные книжки. Это книга «Катастрофа», какой-то «Новый год». Она как-то тоже такая немножко как-то с юмором, все-таки что-то познавательное в ней есть. Она посвящена елочным игрушкам в том числе. Ну и вообще это про кота, который был очень недоволен своей жизнью. Вот. Есть такая недавно вышедшая книга про сестер. Там описана жизнь двух сестричек, начиная с момента, как младшая, сейчас я открою и покажу, как младшая узнала о том, что, вернее, старшая узнала о том, что мама в животе старшая, до того момента, как им обеим за 80, они сбегают от своих семей и на Финский залив едят там бутерброды и пьют кофе. Вот, здесь есть, кстати, такой вот разворот с известными сестрами, у которых классные дружеские отношения, в том числе и современные. А здесь это имена читателей, которые мне присылали свои, ну, не только мне, на самом деле, издательство, иллюстратор, Катя Литвинова с подписи. И такие пожелания друг другу. Вот моя любимая страница, на самом деле, не те, которые я написала, это сестры друг другу счастья человека. Вот, есть у меня такая серия из книг, про мышонка нет. Началась она, кстати, с Калининграда, с приглашения в библиотеке Калининградской написать книгу про Калининград. Но теперь в этой серии есть уже три книги про мышонка, путешествие на Ладоге, путешествие в Петербург и про Калининград. Ну вот они все аналогично построены, только здесь герой мышонок. Здесь есть карта Калининградской области и там, например, такая игра «Ходила» в конце. Но при этом, да, и приключения мышонка, конечно, есть. Здесь вот Ладожское озеро и вот как бы интересные факты про него и растения Ладожского озера. Здесь, соответственно, карта Петербурга и все, что описано в книге, здесь можно найти. А здесь я уже не помню, что здесь. А, это, да, птицы, которые, ну, в общем, водятся в Петербурге, но городские, не все знают. Вот, да, я путешествие мягкое, видите, я взяла в руки такую запакованную книжку, которая на самом деле очень любимый мной проект вместе с издательством Sandbook. Это аромат, если вы делите странички, они все пахнут каким-то новогодним ароматом, который вплетен в историю. То есть вообще началось с того, что издательство собирало ароматы, которые у людей ассоциируются, у читателей ассоциируются с Новым годом. То есть там есть апельсины, елка, корица, ананас. Мне сейчас все не вспомнить, но каждая страница наполнена ароматом и еще больше погружает в историю. Ну и вообще это посвящено, ну, наверное, новогодним традициям карелов. Это народ, который живет на севере как раз, ну, как бы Карелии. И, ну, как бы, кроме познавательной новогодней истории, есть еще и такая, ну, вот, как бы, погружение в культуру этой народности. Вообще, она вся пропитана, ее рисовала Женя Форсайт. И тут очень-очень много всяких милых моментов. Например, я сейчас только заметила, не могу не сказать, вот здесь буквы «Е», такой зайчик нарисован. Здесь, смотрите, зайчик, который наряжает елку, здесь зайчики-снеговики, и один из них подмигивает. Вот, и вот во всей книжке есть такие фишки. Ой, еще там так карелы верили в леших. Леший не вплетены в историю, но на каждой истории, как бы на каждой страничке нарисован леший, который или лешие, которых надо найти. Это любимое развлечение моей младшей дочери, искать леших в этой книге. Ну вот, да, тут передо мной книга «Секреты старого особняка». Это книга, которая посвящена особняку Игеля, который у нас находится на Крестовском острове. У него вообще очень удивительная история. Она тоже изложена, скажем так, через разговор дуба с этим домом и как бы через его судьбу. Но вообще это особняк, который построил изначально князь Вяземский. Это тот, который своровал балерину Коху, императора. Там бывали Шаляпин, Гоголь, потому что это был очень модный ресторан барона Игеля, у которого, кстати, вела вечера, в том числе в другом ресторане, Вера Комиссаржевская. Вот там была ЦК партии. В общем, это такой дом, история которого, скажем так, пронизывает очень сопоставимо с историей нашей страны. И он разрушался, этот особняк, и, собственно, там были мраморные, как это, отодранные ступени. И мы с Настей Мамошиной сделали такую книжку. Настя Мамошина – это вот скетчер питерский, который рассказывает историю этого дома и как бы привлекает внимание к тому, что он разрушается. Так как у меня там абсолютно классный театральный зал, то эту книгу, и у меня есть прекрасная подруга, театральный продюсер театра для подростков «Театр 27»,
Есть куча театров, которые ищут площадку. Мы эту книжку посвятили разрушающимся особнякам. И тут есть такая карта разрушающихся особняков в нашем городе. И есть карта независимых театров Санкт-Петербурга, которые находятся без площадки. И все деньги с продажи этой книги идут на свет для театрального проекта 27. Вот, есть еще две книги, которыми я хочу, наверное, закончить. Есть вот такая книжка «Антихрупкие женщины в истории России». Здесь собраны истории, ну, такие короткие биографии женщин, которые сделали много для нашей страны в разных аспектах. Ну и понятно, что первая героиня – это княгиня Ольга. Ее рисовали 30 разных художников, эти портреты, вплоть до, по-моему, я сейчас не помню, кто последний в этой книжке, но... Вот я тут листаю Валентина Терешкова, и Анна Нетребко завершает. Вплоть до тех, кто сейчас жив и еще продолжает творить в нашей стране. Вот, и книга писалась вместе с историком. Есть вот такая временная, да, как бы временная лента. Для того, чтобы читатель лучше понимал историю, да, сразу видно, насколько здесь 20 век, да, насколько больше женщин участвовали в социальной жизни в 20 веке. И так как книга писалась вместе с историком, то это не такая восхваляющая женщин книга. Нет, как бы в жизни каждого человека есть взлеты и падения. Вот, есть сложности, которые он преодолевает, в чем-то он может быть не идеален. Именно поэтому книгу носит, она теперь, ну, издана в коллаборации с библиотеками Запада Москвы. Вот, это про то, что все, что не убивает, делает нас сильнее. И даже на основании этого, ну, этой книги мы с моим сорежиссером Анной Каменевой начали снимать фильмы про современных женщин. Вот, и сейчас наш первый фильм уже путешествует по фестивалю. Вот, а закончить я хочу, но так как нужен какой-то, ну, как бы чтение или рассказ, вот этой книгой, она вышла уже давно, вышла при поддержке Фонда защиты природы ВВФ, да, вы видите Мишку, тоже, опять же, там часть с продажи идет на защиту лесов Камчатского края. Здесь такой же принцип, как, кстати, ну, построение именно книги, что каждая страница – это новый художник, который участвовал в конкурсе для того, чтобы попасть, а как бы судил конкурс «Союз акварелистов». И все-таки можно я не почитаю, а порассказываю про истории, которые в этой книге. Они мне их присылали со всего мира. Это история дружбы между людьми, животными. Такой интересной дружбы. И лучше я как это не буду читать, я расскажу. А если кто-то заинтересуется, то мои книги можно взять в библиотеке. Я знаю, что есть во многих библиотеках, и уже прочитать. Ну вот, например, эта книга начинается с истории дружбы жирафов и страусов в московском зоопарке. Все страусы умерли, потому что их просто кормили попкорном. Все же знают, что соленый попкорн вреден животным. И вот этот страус впал в депрессию, его поселили к жирафам, и они его, ну, собственно, развеселили, спасли. Вот здесь есть вот такая история про собак, которая произошла в США, когда собаки довезли вакцину на как бы самый север страны, которая спасла в итоге целый город. И, кстати, есть такое более существенное продолжение этой истории, даже не то, что более существенная, а грустная часть этой истории, потому что потом эти собаки стали частью шоу, как бы, и, в общем, спасли их только уже к концу их жизни, в общем, забрав из лап как бы тех продюсеров, которые на них зарабатывали деньги. Есть вот такая история дружбы старого петуха и собаки, которые сначала дрались, а потом не могли жить друг без друга. Эта история, кстати, произошла в Белоруссии. Есть история про кошку с собаками, я думаю, в многих семьях такое есть. Мне, по-моему, ее прислали из Кулы, мне сейчас лучше не вспомнить, откуда. Можно почитать. Есть такая история про лебедя в Геленджике, ее, кстати, можно найти в интернете. Черный лебедь, у него есть в Новой Зеландии, у которого, в общем, исчезла у этих детишек мама. И папа воспитал сыновей сам, ну, наверное, дочерей у него были уроки. Есть такая история с Алтая про дружбу мальчика с конем, которого спасли с, ну, в общем-то, от смерти. С конеферму. Есть история, кстати, это моего дедушки, которая произошла в Костроме, когда он косил траву, давно-давно это было, вот где кошка, он нашел маленьких куропатчат, которые остались без мамы, и слепая кошка в итоге их воспитала. Есть история из Канады про то, как олень помог дикому гусыне высидеть потомство. Вот, она не нашла, тоже что-то случилось с папой, а гуси, в общем, делают это вместе, ну, как бы высиживают потомство, в общем, что-то случилось с папой, и мама ничего не нашла лучшего, как свить гнездо, видите, на кладбище, вот, в такой урне, на памятнике, и, в общем, олень охранял ее, пока не появились дети, пока она не улетела.
Есть такая история про леопарда Поли и нашего фотографа, National Geographic Алексея Осокина, который фактически удочерил этого леопарда в Африке. Есть такая история про то, как попугай спас квартиру советского педагога от воров. Есть такая история про того, как пес спас мальчика от... В общем, ну, прочитайте. Вот, есть история двух медведей, у которых тоже случилась любовь, которые друг друга спасли от депрессии. У каждого из них очень тяжелая судьба, связанная с человеком. Один снимался в кинематографе, его замучили, другой вообще сидел на цепи. Вот, и, в общем, они друг друга исцелили, сейчас живут в центре Велес у нас под Петербургом. Есть такая история с Майорки про женщину, которая спасла грифов, развела и довела популяцию там до с одной штуки, да, уже, по-моему, там под сотню количества. Есть такая история из Подмосковья про дружбу лошади и собаки. Есть такая история про лесу на дачном поселке, которую спасли дачники и лисят. Есть такая история про собаку, которая никого не принимала, она попала, в общем, в руки у нее заболел зуб, она попала в руки стоматологу, это определило ее преданность. Вот, стоматолог спас собаку. Есть такая история про дедушку и пингвина. Этот дедушка живет в Бразилии, отмыл этого пингвина от нефти. И этот пингвин теперь проплывает каждый год, возвращается, чтобы сказать ему спасибо. Вот. В общем, мне кажется, я вам кучу... А вот это, кстати, все, вот на это закончу историю. Есть такая история про мышат, которую спасает наша соотечественница, которая работает библиотекарем в Манчестере. Она спасает мышек, потому что, ну, вообще-то, мышки не должны водиться в библиотеках, но на них стоят мышеловки. Она спасает мышек в библиотеках и отпускает их летом в чисто поле, чтобы мышки жили. И в том числе она этих мышат называет по названию того места, где она, ну, спасла эту мышь. Например, у нее есть мышка администрация, мышка там дирекция, мышка, ну, и был как раз этот рассказ, посвящен мышонку Неда, который, это тоже какая-то аббревиатура библиотечная, Нед, там что-то, та-та-та. Вот, и когда я писала, кстати, историю про мышонка, которая теперь переросла в серию, я не могла назвать мышонка, который живет в Пушкинской библиотеке, никак по-другому, кроме как конкретный мышонок Неда, спасенный этой Ольгой в библиотеке Манчестера, ну, потому что это же реальный мышь, а мне как писателю приятно писать про что-то, что действительно существует. На этом я закончу, хочу еще раз сказать спасибо за ваше внимание, хочу еще раз сказать, что напомнить всем, что впереди классный учебный год, пожелать успехов, пожелать учиться с интересом. И если что-то не получается, не расстраивается, это на самом деле может быть путь к тому, что стоит приложить усилия в другом месте. Или наоборот, показатель того, что стоит приложить усилия и доказать себе, что ты можешь. Вот. И еще раз напомнить всем простой факт, ну, сейчас скажу словами из моей книги, как раз из «Про синеволосую русалку», что все границы в нашем мире условны. И те, кто чего-то хочет, непременно добьется успеха. В общем, всем успехов во всех начинаниях. Пока! Вот сколько интересного и познавательного можно узнать из книг Кристины Кретовой. Давайте скажем слова благодарности автору за обзор своих книг, за участие в акции и пожелаем большой читательской аудитории творчества и литературных побед. А мы прощаемся с вами и ждем следующей встречи. До свидания.